Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу вам все, что знаю о мерных колбах, зачем и где они используются и какие бывают их разновидности. Поехали! Колбомерная представляет собой стеклянный сосуд грушевидной формы с длинной вытянутой горловиной, на которой нанесена одна метка заявленного объема. Все мерные колбы производятся под нашей торговой маркой Exim Lab и предназначены для точного отмеривания жидкостей в заданном объеме. Что это значит? Вот у нас, например, колба на 250 мл. Здесь есть, как я говорил ранее, одна метка. Вот до этой метки, если вы нальете жидкости, там будет ровно 250 мл. То есть все просто. Все сосуды выполнены по международным стандартам качества как ISO, так и ГОСТ. Более подробную информацию вы сможете найти в описании под данным видео. Колбы мерные представлены в двух классах точности. Это класс А, или первый класс точности, или класс Б, или второй класс точности. Все изделия выполнены из стекла марки HS, химикостойкое. Калибровка колб мерных происходит на налив. Существует три исполнения мерных колб. Исполнение 1 имеет одну метку. Справедливости ради стоит сказать, что и последующие исполнения 2 и 2А имеют также одну метку. С этого стоит сделать вывод, что в отличие от мерного цилиндра, мерная колба не имеет шкалы градуировки. То есть она показывает, как я уже говорил, один заданный непосредственно для данной колбы объем. Они представлены у нас в ассортименте от 5 до 2000 мл. Исполнение 2. Все та же форма, все та же одна метка, но уже имеет на горловине шлиф с пришлифованной пробкой. Кстати говоря, пробка идет уже в комплекте с изделием при покупке. Но если вдруг вы ее потеряли или она сломалась, то ее можно докупить отдельно. Вместительность от 5 до 2000 мл. Исполнение 2А. Одна метка, та же форма, есть шлиф на горловине, но в данном случае пробка уже пластиковая. Она также идет в комплекте, ее также можно будет, если вдруг что случится, докупить отдельно. Вместительность от 25 до 2000 мл. Соответственно, вот такую вот колбу в исполнении 2А вы на 5 мл приобрести не сможете. Таких никто не делает. На мерной колбе должны быть четко нанесены товарный знак предприятия-изготовителя, номинальная вместимость в миллилитрах, N или по-английски IN, что значит калибровано на налив, 20 градусов Цельсия, температура, при которой проводилась калибровка изделия, допустимая погрешность измерений, обозначение настоящего стандарта, обозначение класса. На пробках колб также должны быть указаны размеры конусов шлифа. В нашем случае колбы продаются поштучно. Исполнение 2 и 2А имеют пробки в комплекте. Также каждое изделие комплектуется специальным техническим паспортом. По аналогии с цилиндрами, мерные колбы не являются каким-либо специфическим товаром с точки зрения отраслей, где они используются, так как используются они абсолютно везде. Будь то исследовательские центры, лаборатории, пункты контроля качества, нефтеперерабатывающие заводы, школьные лаборатории химии и так далее. Везде должны быть колбы, и они везде есть. Мерные колбы торговой марки Exim Lab отличаются великолепным качеством и высочайшей точностью измерений, что было не раз доказано нашими крупными партнерами.